Wi-Fi только для идентифицированных пользователей. Правительство внесло поправки в закон об информации. Согласно новым изменениям, в общественных местах, где доступ предоставлен провайдерам, пользоваться беспроводным интернетом можно будет только после введения паспортных данных, подтвержденных документом. Оператор сети обязан будет хранить данные о пользователе в течение полугода. Идентификация не потребуется только частным лицам, на которых зарегистрирована точка доступа. Мнения по этому поводу разделились. Чиновники говорят, что это позволит обеспечить информационную безопасность. Пользователи уверены, что такие меры приведут лишь к дополнительному контролю со стороны государства. Это один из элементов информационной безопасности. Не исключены экстремистские призывы в интернете, не исключены там порнографические всевозможные. Да? Поэтому с целью вот, предупреждения таких, если ты нормальный пользователь, что тут бояться, тут никаких причин нет. У нас правительство как-то пытается закрыть нас за железный занавес и еще вдобавок превратиться в большого брата, как в антиутопиях, который следит за каждым нашим шагом. Потому что в условиях сейчас такого положения политического, которое образовалось, любой призыв какой-то вот к каким-то экстремистским действиям, он будет расцениваться как уголовное деяние.